Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алексей Соколов на канале Реальный Мир. Сообщаю расписание скайп-конференций, запланированных на нашем канале на ближайшие несколько недель. Сегодня, в среду 27 ноября, в 19:00 по московскому времени, то есть через несколько часов уже, состоится скайп-конференция с известнейшим фотографом Дмитрием Голубевым, экспедиция по заповедникам Кавказа. Весь сентябрь этого года Дмитрий провел в экспедиции, объехал все особо охраняемые природные территории Северного Кавказа от Каспийского до Черного моря, сделал кучу интереснейших фотографий и ландшафтных, и по птичкам, и по зверям. Ну и Дмитрий Голубев у нас на канале уже бывал, как он хорошо рассказывать умеет и фотографировать, вы знаете. Поэтому будет жутко интересно. Всех ждем. Подсказка здесь. Переходите по ссылке, анонс уже висит. Нажимайте колокольчик, не пропустите. Через неделю, в следующую среду, 4 декабря, тоже в 19:00 по московскому времени, запланировано скайп-конференция с ветеринарным врачом Дарьей Брагиной. Она специализируется по птицам. Анонс ее канала был выложен буквально позавчера в рубрике «Реальный мир рекомендует». Кто не видел, посмотрите. Несмотря на юный возраст, у Дарьи просто космический опыт уже в своей области деятельности и очень большой авторитет. Мало того, она очень хорошо, интересно и внятно рассказывает. Так что тема нашей конференции о реабилитации птиц. Вот, обложечку я пока не сделал, но увидеть все будет выложено вовремя, тоже за там, день или за два до стрима. И еще через неделю, 11 декабря, тоже в среду в 19:00 по московскому времени, запланирована скайп-конференция с Сергеем Пилипенко. Анонс его канала тоже был в рубрике «Реальный мир рекомендует». Вот. Тема будет «Добровольная дружина лесных пожарных». И еще такой маленький инсайт. Сергей будет про деятельность добровольных пожарных рассказывать не один. Так что отметьте у себя, да, приходите на канал, следите за анонсами. Все будет в расписании. Значит, дальше. До конца года, до Нового года, да, мы должны еще провести, у нас прошлая скайп-конференция с макрофотографом Борисом Воробьевым. Канал «Фауна Белоруссия». Ссылка здесь на этот стрим. У нас стрим неожиданно оборвался, мы не успели некоторые темы обсудить, хотя и затянули, в общем-то, стрим. Вот. Мы запланировали еще короткий, сжатый стрим, наверное, в режиме вот таких академических занятий. Подумаем еще, это будет либо там один час, либо там два академических часа, то есть на полтора часа. И мы уже четко, кратко по темам разберем вопросы, значит, кадрирования в макрофотографии, вопрос технического обеспечения, ну и вопрос опознания видов насекомых. Вот, дата этого стрима повторного с Борисом Воробьевым еще не назначена, следите за анонсами. И в качестве резервной темы, которую я собираюсь один провести до Нового года еще, может быть, это будет в одну из сред, может быть, в резервный день воскресенья. Вот такое страшное название, как вы видите, на обложке. Творческое сообщество или сатанинская секта. Ну, это про природные каналы на YouTube и наше к ним отношение, наше отношение к сети YouTube и нашей деятельности на ней. Это тоже интересно, расскажу некоторые соображения. Далее, по стримам. Я понял, что иногда затягиваются стримы у нас по времени, не всем удается целиком посмотреть, а хочется выхватить некую квинтэссенцию. Поэтому я решил делать тематические нарезки из стримов. И скоро буду выкладывать из прошедших стримов такие кратенькие, там по 7-10 минуточек, вырезки по теме. Вот что уже планируется сделать и будет в ближайшее время выложено на нашем канале.
это вырезка, нарезка из стрима с Арчилом Гебрадзе, название вот такое. Туристы вытаптывают браконьеров, это то, что мы обсуждали о судьбе форели в Дашбашском каньоне. Что было до того, как место стало публичным, что стало после того, позитивно или негативно, вообще присутствие людей влияет на популяцию диких животных. Дальше будет вырезка из стрима с Иннокентием Сметаниным. Называется «О спасении стрижей». Тоже мы в диалоге, рассматривая вопрос с разных сторон. И будет вырезка уже из нарезка из стрима с Борисом Воробьевым. Как макро в ландшафт вписать. Тоже вот такая обложечка уже готова. Это все в ближайшее время будет на нашем канале. Да, и на тех стримах, на тех записях стримов, где еще не вставлены тайминги с Арчилом и с Борисом. Они появятся в ближайшие дни. Более ранние стримы этого года везде в описании под видео. И в первом закрепленном комментарии тайминги вы можете читать. Ну, собственно, вот это все, что хотел рассказать о планах на ближайшие стримы. Но напомню, главное событие сегодня уже. Ждем вас вместе с Дмитрием Голубевым в этой студии в 19:00 по московскому времени. Скайп-конференция с Дмитрием Голубевым. Экспедиция по заповедникам Северного Кавказа. До встречи в реальном мире.